Всем привет, мои друзья! С вами Владимир. Вот такой щавель растет у нас в садке. Я ее привез из леса. Посадили мы его, и у нас разросся. А вот сегодня мы хотим сделать пирожки из него. Посмотрите, бабочка чудесно ползет. Надо же. Наберем сейчас листочков. Добавим ревня. Вот такой вот ревень уже у нас. Он уже большой. Будем делать пирожки. Вот у нас дикий чеснок. Вот такой он у нас. Ну что, друзья мои, идем делать пирожки. Сейчас наберем, намоем, нарежем и будем делать пирожки. Мы их называем кисняки. Идемте. Вот у нас как собачки лают, коровы мычат. Хорошо жить в деревне. Ну идемте. Вот так, друзья мои, нарезали мы щавель, ревень, тесто. И сейчас будем делать кисняки с щавелем и ревнем. Покажу я вам их, какие мы сделаем. Отличные будут. Вот такие пирожки, киснички получились у нас. Сверху, значит, их помазали яичным желтком и посыпали сухариками. Можно хлебушком на терке черным. Ну, теперь будем их печь в духовочке. Посмотрим, какие они у нас получатся. Покажу вам. Вот так они у нас устроились. Вот такие пирожки, киснички. У нас получились чудесные, румяные, очень вкусные, сладко-кислые такие они. Рекомендую, друзья мои, сделать вот такие киснички. Ну, всем пока, мои друзья. Всем мира и добра. С вами был Владимир. Пока-пока. Берегите себя и своих близких. Пока.